Острый панкреатит – самая тяжелая стадия, становится причиной нарушения пищеварения. При повреждении железы ферменты начинают переваривать собственные клетки, затем попадают в кровь и разрушают сосуды и органы. Появляются язвы, кисты, отеки и камни, как в этом случае. Приступ опухоли. Был камень на желчном пузыре. Операция прошла, все хорошо. При остром панкреатите больные жалуются на боль в животе. Часто сопровождаются рвотой, температурой, слабостью и головокружением. Меня беспокоило сюда, под ребрами. Я не знала, что такое. Очень беспокоило. И обратилась к врачам. Сделали УЗИ, обнаружили у меня камни в желчном. Самый опасный симптом при панкреатите – это обезвоживание. Пациент теряет в весе, постоянно хочет пить. При потере более 10% массы тела возможен летальный исход. Тяжелее всего это протекает острый панкреатит. Острый панкреатит – это хирургическое заболевание. Протекает с выраженными болями, иногда мы, как говорим, морфинные боли, которые требуют приема даже наркотических препаратов. У больных может быть шок на фоне этих болей, с падением артериального давления. Острым панкреатитом чаще всего страдают люди от 30 до 60 лет. Чтобы не попасть в группу риска, важно следить за своим питанием. Старайтесь употреблять меньше жирной пищи и алкоголя. И помните, при острых болях необходимо обратиться к врачу, ведь запущенная стадия может привести к осложнениям, таким как диабет, рак или отмирание поджелудочной.